Сафари в Африке. В детском зоопарке много разных животных из самых разных мест. Сегодня мы отправляемся на сафари. Это будет ознакомительное путешествие по зоопарку. Посмотрим, каких животных мы повстречаем. Нужно поторопиться, чтобы увидеть это животное. Это антилопа-прыгун. Я могу бежать быстро и долго, долго бежать и петь эту песенку. Бегу, 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 бегу куда угодно. Я Полли, антилопа-прыгун. Я Полли, антилопа-прыгун. Я беззаботный бегун. Это Полли, антилопа-прыгун, и она – одно из самых быстрых животных в нашем зоопарке. А вот другое необычное животное. Я Рианна, носорог. И вы зря думаете, что я туповата или некрасива. Это не так, но мне наплевать на ваше мнение. Оно меня совсем не интересует. И пусть я плохо вижу, зато очень хорошо слышу. Я не считаю себя великаном, но я достаточно большая, чтобы выгнать вас откуда угодно. Но, в общем, мне все равно. Мне все равно. Смотрите, вот я, носорог Рианна. А вот еще животное, которое мы непременно увидим на нашем сафари. Знаете, кто это? Правильно, это зебра. Но не просто зебра, а забывчивая зебра Дебра. Дебра – забывчивая зебра. Никак не запомнит, когда родилась. В сентябре, ноябре или декабре. Бедная Дебра, но мы все равно ее любим. А ты знаешь, сколько тебе лет и когда твой день рождения? А вы умеете рычать, как лев Райан? А это король джунглей. Нужно осторожно к нему относиться, путешествуя по нашему зоопарку. Я король джунглей. Я рычу днем и ночью. Я лев Райан, но я не хочу вас пугать. К вечеру я становлюсь обычной кошкой, самой крупной на суше, но тут ничего не поделаешь. Я груб и крут. У меня длинная грива. Когда я бреду по лесу, я сею страх. Я лев Райан, могучий лев, и я царь. Но я лежу у воды, и пусть другие делают, что им нужно. Я Райан, могучий лев, я король. Это было очень громко. Мне кажется, я вижу еще одно большое животное. Оно направляется к нам. Бегемот Гарри крупнее многих из нас, и он очень-очень раздражительный. Он целый день топчется в грязи, чтобы не перегреться на солнце. А ночью он вылезает из воды, чтобы поесть. Бегемот Гарри больше многих из нас, и он издает очень громкие звуки. Он хрюкает, хрипит и булькает, и плещется весь день. Кроме того, Гарри очень силен. Now here
А вот очень тихое животное. Зато оно самое высокое в нашем зоопарке. Вы когда-нибудь видели такую длинную шею, как у меня, или такие прямые ноги? Увидев мой большой гибкий язык, вы будете смеяться. Я жираф Джерри. Я очень-очень тихий. Я ем днем и ночью. У меня самое высокое туловище в мире. Зато я могу объедать самые верхние веточки деревьев, где листочки самые нежные. Я жираф Джерри. Да, я жираф Джерри. Каких животных мы повстречали на нашем сафари? Лев. Носорог. Жираф. Зебра. Антилопа-прыгун. Бегемот. Мне нравится. Было очень интересно. До свидания.